Привет, ребят! Доброе утро! Сегодня 16 декабря, у нас праздник в стране. Влада выявила желание накрасить мне сегодня брови самой. Мы сейчас собираемся идти в пиццерию. Вообще твоими тенями ничего не видно. Я как глупо оставила GoPro-шку дома, но мы уже пришли в Венецию. Сейчас будем кушать. Принесли нам пиццу, мы заказали вегетарианскую примаверу и функи с грибочками. А вот это только здесь есть такой соус, он острый, вместе с табаско, но этот прям отличный. Это оливковое масло с перцем. Так что сидим, кушаем, всем приятного аппетита. Господа, моя камера наконец-то при мне. Посмотрите, пожалуйста, как пришлось паркануться на бордюр, потому что около Ханшатыра творится что-то нереальное. Вокруг, повсюду. Вот тут ледовый городок, на который мы с Вовой хотим попасть. Вот мы приехали с Владой. Сейчас смотреть новогодние подарки. Так что пойдемте с нами. Может быть, сегодня просто посмотрю, а брать буду в другие вечера, потому что сегодня праздник, у нас день независимости. Из-за этого творится кошмар. Все приехали в ледовый городок, все приехали в Ханшатыр. Даже пожарка тут стоит зачем-то. Я приеду в следующий раз, праздника не будет, и уже легко можно будет заехать на нормальную парковку. Сейчас у нас уже потому что около 9 часов, а в 10 бутики все закрывают. Ханшатыр — это как раз таки торговый дом, в который мы приехали. Торговый развлекательный комплекс. Да. ТРЦ. Торговый дом — это же оно. Не ТРЦ. Я и вот так. Вот, смотрите, какой он красивый, высится. Как шатер. Потому что это Ханшатыр. Я в такой толпе потеряла Владу. Мы в Ханшатыре. Зашли во многие отделы. Мне где-то понравились шубки, где-то курточки. А здесь я кое-что себе выбрала примерить для Нового года. И так на зиму. Так что сейчас буду примерять. Мы уже здесь находимся 2 часа, практически 1.5. Все, что я себе купила, это свитер в катоне в итоге. Но я вам его покажу потом, в следующих моих покупках, наверное. Сейчас жду Влашку. Она уже идет. Вот, и, наверное, уже поедем домой. Скоро будут спагетти, хочется покушать вкусно. Ну что? Очередь. Да? Да. Что купила? Подарок тебе. Мне подарок купила она. Покажи. Ага. Покажи камере. Я же не увижу. Я ладно. На сегодня магазин до 11 работает. Покажу вам немножко красоты. Уже 10:30, мы уходим с Ханшатыра. Но здесь вот так вот красиво у нас по-новогоднему и по-праздничному. Сегодня же праздник. Я тем временем зашла еще в Грин. Купила себе 2 глазированных сырка, молочко Адари со вкусом клубники и салфетки купила новогодние. Сейчас вам покажу. Салфетки, маме хочу их дать. Они такие прикольные, дешевые, но интересно выглядят, как в старину. А еще я водичку взяла и мое любимое молочко. Оно такое классное, насыщенное, насколько нужно. Ну, мы сейчас уже с Владой встречаемся. Мы с ней разделились и едем домой. Вот. И еще, кстати, сейчас общаюсь с клиенткой насчет завтрашней доставки утренних шаров. Так что работаем, даже когда отдыхаем. Наш МАК-магазин.
Здравствуйте, господа. Ну что, уже ночь, и я по традиции сижу около компьютера, заряжаю телефон, а параллельно с этим пью кофе. Я сделала себе кофе, как всегда, немножко молочка, карте нуар, без сахара. Ну, у меня есть два глазированных сырочка. Вот они, любименькие сырочки. Перемыла всю посуду. Вечером ничего интересного не было, но, в принципе, день очень насыщенный. На завтра планируется что-то очень важное, очень, очень значимое для меня, чего я ждала полтора года, когда узнала о конкретном числе. И за месяц уже подготовилась. Поэтому завтра, конечно же, я вас возьму с собой. Вы все увидите, вы все узнаете. Ну, а я что-нибудь сейчас посмотрю, выпью кофе, пойду спать, потому что завтра хочу снять видео про мой базовый макияж. Не знаю, получится или нет. Но если получится, то уже в пятницу или в субботу вечером можно будет его увидеть на моем канале. Ну что, а я всем желаю самых лучших сновидений. Встретимся следующим днем. Пока! Друзья, всем доброе утро! Сегодня 17 декабря 2015 года, четверг. Ну что, пришел тот долгожданный день, и я вам могу понять, что же такого я жду. Сегодня самая ожидаемая премьера этого года – «Звездные войны. Пробуждение силы. Эпизод 7». И мы с любимым сегодня идем туда, на премьеру, в премьерный день. Купила я билеты заранее, 23 ноября, чтобы были места, потому что сегодня праздник и еще плюс долгожданная премьера. Поэтому я расчищаю машинку, и мы с вами едем. Беру вас с собой. Заюша, как ты думаешь, куда мы едем? Я думаю, мы едем на водный зеленый бульвар. И что мы там будем делать? Ходить. Любимый до сих пор не знает, куда мы едем. Сейчас увидит. Мы почти пришли. Как ты думаешь, все-таки теперь куда мы идем? Чупа-чупс. Какой чупа-чупс? Такие вот у нас красоты на стене. Это байтерек, чупа-чупс это зеленый. Водный зеленый бульвар. Чупа-чупса ни хрена больше нету, ребята. Приехали на левый берег. Мы уже у цели. Не туда. Это зима теплая у нас. Да? Да. Любимый подготовился, красиво оделся. Прическу сделал. Потому что он до последнего не знал, что его ожидает. Сейчас не знаю, что меня ожидает. На самом деле все банально. Он все-таки догадался, какой сюрприз, когда мы поднялись в кинопарк. Что ты думаешь по поводу этого сюрприза? Он одобрительно на это смотрит, потому что он тоже ждал этой премьеры так же сильно, как и я. Бем. Сейчас я вам покажу кое-что. Здесь вот такой вот баннер. И вот здесь тоже. Смотрите, ребят, какое йода-комбо выдается у нас в кинопарке именно сегодня и все дни, пока будет премьера «Звездных войн». И вот такой билетик. Его нужно заполнить, бросить в урну и выиграть в Голливуд поездку можно. Вот. Я сходила в душ, точнее уже 2 часа ночи. Мама помыла мне мандарины и банан. Съем их, может быть, даже кофе делать сегодня не буду. Сегодня был такой вдохновляющий и очень приятный, впечатляющий день. Обновила ленту в Инстаграме. Ну, думаю, вы видели все мои фотографии. Сейчас еще хочу накатать пост про «Звездные войны».
Завтра утром в 9 вставать, ранний заказ будет. Не люблю я рано вставать, но в итоге встретимся мы с вами уже завтра. Привет всем, ребята! Ну что, сегодня пятница, 18 декабря 2015 года. Пятый день моей влоговой недели. Сейчас, можно сказать, утро. Сейчас всего лишь час дня. И мы уже съездили на утренний заказ. У меня было плохое настроение. Но сейчас немножко уже стало лучше. Особенно, если Вова сейчас сходит в магазин. Ясно? Он мне показывает плохой жест. Он не сходит в магазин. Собираюсь прямо в офисе отснять сейчас видео про мой базовый макияж. Хотя бы попробовать. Я просто даже не представляю, как можно это делать. Специально стерла сейчас мейкап. И буду сейчас снимать с моим другом. Сняла я видео про базовый макияж. Мне кажется, получилось неплохо. Более будет понятно, когда я его буду монтировать. Зацените мой макияж. Ну, я полагаю, вы уже видели это видео. Всем добрый вечер. Собиралась сегодня ехать опять в Мегу в Ханшатыр, но у нас невероятная метель. Все заметает, все метет, кошмар. Вот, поэтому сейчас это делать бессмысленно. Все едут 3 года. Я вообще не люблю медленно ездить. По крайней мере, не меньше 60. Я уже еду тогда домой. Вову отвезла на работу в ресторан. Тем более, мне нужно выставить видео, которое я сняла. Поэтому сейчас я приеду домой, буду монтировать видео. Вот, и очень хочу кушать. Я такая голодная, что я за весь день съела только один банан. Его мне еще брала сушеные кальмары в пакетике. Стою в пробке, чтобы вы понимали, туда до светофора огромная пробка. И уже после меня огромная пробка туда. В общем, все из-за снега и из-за времени. Сейчас без 10:08, как раз время, когда все едут с работы. Вот, и поэтому такая пробка, и плюс еще снег, все едут медленно. Движемся черепашьими шагами, и как всегда, 2 ряда с 2 сторон движутся, а мой нет. При том, что с правой стороны это полоса для автобусов только, но почему-то все равно по ней едут в наглую все машины. Уже ночь, уже 3 часа, я как всегда сижу, немножко помонтировала видео. Не сделаю его до конца, потому что, в общем, у меня не сохранились данные и зависла программа, и пришлось все заново делать, кошмар. Сейчас планирую посмотреть фильм, называется он «Сапожник» с Адамом Сэндлером. Кофе без сахара и немножко молока. И мама сегодня мне дала булочку с начинкой. Она, конечно, совсем маленькая. Такая интересная упаковка. Вот. Я ее съем сейчас. Потому что я сладкое вообще уже не ем несколько дней. Нормально. А с вами встретимся мы завтра, суббота. Жду встречи. Пока-пока.